Фильм первый. Проект Минарота Кармель. Путешествие в будущее. 2010 год. Хайфа. Темпы индустриального развития выросли до небывалого уровня. Одна из причин роста – разгрузка движения на дорогах. А все благодаря тому, что в городе открыт проект Минарота Кармель. Уникальный проект тоннеля, длина которого составляет 6 километров. Въезд со стороны чекпоста и каньона Хайфа. Прорезая две горы, пересекает Гранд-каньон, построенные дополнительные дороги и мосты. Хайфу не узнать. Теперь из одного конца в другой можно будет добраться за 6 минут. Раньше, если без пробок, это занимало до получаса, если без пробок. Единственный минус – это плата за сервис, которая будет составлять 1-2 доллара. Аналогично платному шоссе Квишшеш. Хочешь прокатиться с ветерком – плати. А не хочешь – здесь появляется свой плюс. Дороги в городе разгружаются на 30%. И теперь мы видим намного меньше пробок. Люди перестают опаздывать на работу, товар вовремя попадает на прилавки магазинов. Экономика улучшается, и в конце концов выигрывают все. Но вернемся в прошлое. Этот проект пережил и сменил несколько правительств, президентов и премьер-министров, мэров городов. И все-таки, благодаря модернистскому взгляду мэра Йона Йоава, начал свое существование 1 мая 2007 года. Фирма Яфенов организовала брифинг для СМИ. Своего рода отчет о проделанной работе и цели проекта. Журналистов посадили в автобус вместе с директорами проекта и повезли на экскурсию по объектам. Мы начали с въезда со стороны каньона Хайфа. Лично меня поразил масштаб работы. Умение китайских рабочих. Асы своего дела. Приветливо встретили нашу делегацию. Нам разрешили дойти до самого пика работы и рассказали, каким темпом ведется строительство. 500 китайских горняков прорезают туннель с четырех сторон. Возводятся мосты, строятся дороги. Каждый день более 100 грузовых машин вывозят щебень, камни, отработанные продукты. То есть примерно от 12 до 20 грузовиков на объект. Всего планируется вывести 1 миллион 300 кубометров грунта. Этот же грунт используется для строительства. На брифинге журналистов интересовало, какой ущерб может нанести природе столь грандиозный проект. На что ответили – нулевой. Так как здесь не задействовано никаких химических процессов, можно образно сказать – кирка и лопата. Задавали вопросы по поводу взрывов. Не наносит ли это вред сейсмоустойчивости зданий? Но больше всех интересовало, сколько и за какие деньги ведется проект. И мы услышали, что все это не строится за наши налоги, а исключительно на деньги, выделенные Хайфу после войны для преобразования города. Фирма Яфенов вложила в этот проект 1 миллиард 300 миллионов шекелей, 400 миллионов долларов. И все это для повышения нашего с вами уровня жизни. В следующих репортажах мы расскажем вам о других проектах, также столь значимыми и грандиозными. Следите за нашими трансляциями. Благодарим вас за внимание. Красота спасет мир. Вместе спасем красоту.